Всем привет! Частый вопрос. Что в коробке школы семи гномов? Покажу вам наш комплект 1+. В каждой коробке школы семи гномов 12 тетрадей. Курс рассчитан на год обучения и развития роста ребенка. Курс достаточно разнообразный. У меня сейчас здесь не полный комплект, и расскажу я о нем не в одном обзоре. Вот разделю, пожалуй, на два обзора. Возьмем первую часть тетради, 5 тетрадей, чей хвостик, прогулки по городу, форма, цвет, рисуем пальчиками и пластилин. Пластилиновый снежок. Развиваем мелкую моторику. Да, хочу добавить, что в каждой тетради школы семи гномов на первом развороте идет родительская страничка. Обязательно написано, как работать с книгой, что в этой книге особенного. В каждой середине тетради школы семи гномов есть картонная вкладка с игрой, либо карточками, либо дополнительным каким-то отдельным индивидуальным занятием. Значит, вот пластилиновый снежок. Достаточно просто работать с тетрадью. Лепим первые кружочки, первые колбаски. На левой стороне написано, что мы делаем. Небольшой стишок. То есть все это, этот урок с мамой сопровождается каким-то стихотворением, прибаутками, помощники, в общем, для родителей. И здесь справа непосредственно поле для занятия. Лепим зернышки, клеим. Курочка зернышки поклевала, поклевала. Так на каждой страничке. Здесь собачки мы кладем еду. Здесь мы в баночку складываем витаминки. Здесь, значит, эта вкладочка, снежок полетели, снежинки белые и так далее, и так далее. Яблочки клеим на дерево и так далее. Ну, в общем, я поняла, что в одном обзоре невозможно охватить все тетради, хочется более подробно о них рассказывать, раскрывать все секретики школы семи гномов, поэтому я растяну это на несколько обзоров. На сегодня все. Спасибо, пока. Задавайте свои вопросы в комментариях.